Всем привет, друзья! С вами Герман Пермяков, постоянно ведущий инвестиционно обучающего канала Redline TV. И сегодня рад вас приветствовать на очередном выпуске нашего лайв-шоу, нашего реалити-шоу под названием «Деньги из воздуха с помощью суперкопилки». Сегодня у нас второй выпуск. Следующей недели, на прошлой неделе я вам показывал, как я завел кредитные деньги, гривны в доллары и поместил их на долларовую работу. Еще раз показываю, поясняю, что я с более слабой валюты перелил на более сильную валюту и более сильную валюту поставил в работу на рекламный режим. На первые 16 недель этот режим доступен только для новичков. Вот. Единственное, что я не учел, я вам покажу в этом проекте. И это очень приятный сюрприз для многих, кто этого не знал. Итак, ссылку на первый выпуск вы можете посмотреть внизу в шоу-нотах и посмотрите, как завести эти деньги, как их обменять. Сегодня, в принципе, я уже намекал в прошлом выпуске на информацию в этом выпуске, да. Сегодня я вам просто покажу, какой приятный сюрприз я получил от суперкопилки, а от процесса обмена средств на суперкопилку. То есть я выиграл еще 400 с чем-то гривен, да, или 17 долларов. То есть 17 долларов я бесплатно еще заработаю плюс к планируемым выплатам, которые я должен буду заработать в процессе данного проекта, в процессе данной схемы. Итак, в чем фишка? Фишка в том, что вот не знаю, как-то вот получилось так, что вот мне какое-то озарение пришло, что я решил инвестировать с карты Приватбанка. Дело в том, что хотя, может быть, тут даже не в Приватбанке дело. Дело в том, что обменник, с помощью которого я менял, он работает через агрегатор LeakPay. Я в видеошоте покажу там часть из Википедии, как он вообще, что это за система LeakPay. Кто не знает, это приватбанковская система. И, в общем-то, оплата через LeakPay с кредитной карты воспринимается как покупка в интернет-магазине. То есть, если бы я просто переводил с карты на карту, как в многих обменниках это делают, переведите, допустим, внутри Privat24, это, кто не знает, это внутренний онлайн-банкинг украинский, переведите, допустим, такую-то карту, естественно, перевод с карты на карту засчитался бы как личный перевод и как нецелевое использование кредитных средств, и они бы сняли 4% за нецелевое использование. То есть обычно, если свои собственные средства, такой перевод где-то 0,5%, да, вот, допустим, берется, а если это кредитные средства, то 4%, потому что кредитные средства стоят дороже. Так вот, я заложил эти 4% уже в эти все транзакции. То есть понятно, что я буду тратить, допустим, когда заливать в Privat24 с другой карты, другого банка деньги, тоже, кстати, кредитные, тоже, в общем-то, я буду терять. То есть я вот перегон денег зафиксировал везде как 4% потери. И поэтому они потом вычтутся из общего профита, из общей прибыли. Но в данном случае у меня обменник использует агрегатор LeakPay, и в данном случае этот платеж засчитался просто как покупка в интернет-магазине. И без снятия вот этих 4%, и где я сэкономил 17 долларов. Поэтому я вам сейчас это показываю в кабинете, в кабинете Privat24, онлайн-банкинга, и потом перейдем постепенно к кабинету суперкопилки, посмотрим, что сегодня творится на сегодняшнюю неделю, на момент записи данного выпуска нашего реалити-шоу. Итак, поехали. Итак, смотрим мою выписку по карте Приватбанка, по кредитной карте, карта универсальная. Вот давайте даже, наверное, зайдем сюда поподробнее, что они нам тут пишут.
Вот. Оплата в интернет-магазине Д-обмен. На самом деле мы знаем, что это не интернет-магазин, это у нас обменник. То есть вот эта цена 11 087 97 гривен, да. Как видим, это цена, взятая из кредитных средств, но Приватбанк ее воспринял как оплата в интернет-магазин. То есть, если бы вообще-то я заложил сюда в эту стоимость, в эту сумму 4%. Сейчас объясню почему. Вот сейчас мы находимся с вами на сайте Приватбанка платежей, да, по карте универсальной, и смотрим тарифы на обслуживание. Опускаемся, находим, где это, этот тариф находится, да, и смотрим, почему я заложил 4%. Дело в том, что вот тариф на обслуживание, да, льготный период до 55 дней, то есть до 25 числа каждого месяца нужно будет погасить ставку. Вот, и вот, допустим, перевод, то есть я считал, что если я переведу на карту любого банка, да, то есть вот, то в счет кредитных средств списывается 4%. Вот, предположим, перевод на карту универсальную, да, 4% сейчас, естественно, там средства кредитные, то есть 4% должны были списаться, да. Вот перевод на карту любого банка Украины, то есть если это был бы обменник, то тоже вот платеж через сервисы других банков 4% в счет кредитных средств, да. То есть в данном случае я заложил в вот этот платеж 11 тысяч, вот он, 11 087 97, 4%. Платеж составил бы 400, комиссия составила бы 443 гривны 51 копейку. Ну, или те, кто не понимает в гривнах, это примерно 17 долларов. То есть 17 долларов я уже сюда заложил. Но так как я платил вот этот обменник, D-обмен, работает через агрегатор LeakPay, и карта LeakPay, карта вот Приватбанка у меня была привязана к этому, вернее, она и есть привязана к LeakPay, система восприняла ее как оплата в интернет-магазине. Естественно, у меня вот эти 17 долларов, 400 вот этих с копейками гривен, не взяли, что, естественно, является мне на сегодняшний день большим, прибольшим бонусом. Вот так выглядит агрегатор LeakPay. Вот он у нас так вот выглядит, здесь привязаны все. В общем-то, давайте перейдем в Википедию, посмотрим, что это такое. Не будем смотреть долго на сайте. Дело в том, что вот LeakPay, команда, основатель команда Центра электронного бизнеса Приватбанк. То есть это приватбанковская структура. Вот, счет привязан к к банковской казе, к карте Приватбанка, что затрудняет действие, ну, то есть, как бы, видно, да, что, в общем-то, вот она выступает альтернативной, альтернативой WebMoney PayPal, это пишет Википедия. То есть, данная структура является, данный проект является структурой Приватбанка, поэтому очень хорошо, что здесь у нас ничего не списалось, и мы сэкономили эти 17 долларов. Ну, в пересчете на доллары, гривну на доллары, эти 17 долларов, в общем-то, можно списать себе в какой-то бонус или в плюшку. Теперь смотрим, что у нас происходит сегодня в кабинете суперкопилки. Мы видим, что выплата, так как я поставил выплату по тест-драйву, то есть первые 4 недели будут выплаты, первая выплата будет через 4 недели. Вот, и уже как бы через 3 недели, да, вот, рекламный депозит по 30%. Вот уже даже, кстати, он накоплен. А здесь, видимо, тоже, да, мы видим цифры, циферки одинаковые. То
То есть на промо-счету у нас даже сейчас есть $18, которые, в общем-то, могут быть добавлены, если мы внесем сюда еще какой-то депозит, и он сгорает через 3 дня. А карма пока что нормальная. На вот те, кто знает, вот это вот основной блок, в котором вы видите свои управления, свой капитал, суверенный вклад и карму. Вот эти циферки, они как бы самые важные. Мы об этом говорили, я думаю, что еще будем много говорить, но уже не в рамках реалити-шоу, а отдельно по суперкопилке. В общем-то, пока изменений нет, мы видим и отслеживаем информацию, отслеживаем изменения в кабинете. Я думаю, мы это будем делать уже по факту. Допустим, уже когда получим первые выплаты через 3 недели. Вот, ну, вот. То есть это как раз 31 мая будет, да, первая выплата. Вот. Ну, а пока что следим внимательно за движениями, вообще, что происходит с моим кабинетом. Я думаю, что мы будем снимать каждую неделю это и следить за изменениями. Так, вот, пожалуйста, старый размер взноса 1924, вот старый капитал. Вот сумма выплаты будет 2501. Это если мы передвинем это на какую-то неделю, тогда мы можем этот взнос изменить. Но мы пока ничего трогать не будем. Вот как есть, пусть будет цифра как есть, да, которая, в общем-то... То есть взнос 1924, а выплата будет 2501. То есть пока вот мы с этими цифрами работаем, мы уже ничего здесь не меняем. И ждем, в общем-то, первой выплаты, чтобы зафиксировать, начать фиксировать прибыль. Коллеги, в общем-то, все. В следующем выпуске, как бы, чтобы немножко ну, как бы провести какое-то сравнение, там, допустим, с ну, как бы с со сферами инвестиций, да, со сферами профитов, я приведу сравнение банковских депозитов, сегодня действующих в Украине на момент записи третьего выпуска реалити-шоу нашего «Деньги и золото» с помощью суперкопилки, чтобы вы сравнили, какой средний доходность, какая будет годовых в гривне и какая средняя доходность годовых будет в долларе. То есть, чтобы вы понимали, как, допустим, что выгоднее, отправлять деньги в банк или отправлять деньги в работу в суперкопилку. Поэтому ждем следующего выпуска, и я вам дам эту информацию. Ну, а на сегодня все. Те, кто играет с нами в квест сегодня, пароль 1121, пишите комментарии и получайте свои завкоины. Ну, а я с вами прощаюсь. До следующего выпуска. С вами был Герман Пермяков. Пока.